Приветствую вас, и сначала хочется сказать, что смех, как минимум, рождает у любого человека позитивные ассоциации к другому. То есть, если женщина смогла отмечить мужчину, и он посмеялся от души, то, как минимум, у него к ней возникнет положительные ассоциации, и она у него будет ассоциироваться с чем-то хорошим. Что касается расположения к себе, то здесь момент несколько более тонкий, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что очень много зависит от того, какой тип личности у мужчины и как он воспринимает этот самый смех. Если человек смешливый и смеется много и часто, то можно говорить о том, что подобное для него нормально, естественно, не вызывает у него какого-то эмоционального заострения внимания на данном факте. То есть мужчина посмеялся с такой женщиной и, собственно говоря, все. Для него это нормально, он в следующий раз посмеется так же, но при этом ни доверия, ни какого-то более близкого отношения к ней у него не будет. Если человек смеется редко и вообще говоря является очень серьезным, но при этом именно с женщиной он посмеялся, то это для него, конечно же, очень значимое событие. Для человека такого типа смех означает доверие. И если он посмеялся с этой женщиной, значит, она действительно смогла его к себе расположить. То есть, понимаете, как происходит этот процесс. Если для человека смеяться нормально, если человек, в общем-то, является сангвиником и экстравертом, у него хороший уровень общения с другими людьми, в том числе и с женщинами, и смех для него является скорее нормой, чем исключением, то такой человек не расположиться к себе через смех к женщине. Такому человеку нужно что-то другое, чтобы расположиться к себе. А вот если мужчина является серьезным, напряженным, таким прям интровертом, погруженным в себя и так далее, то вот смех такого мужчины означает, что женщина смогла затронуть у него тонкие душевные струны, которые как раз таки и означают расположение мужчины к ней. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил максимально полно. Если какие-то дополнительные вопросы появятся, обращайтесь в личку, помогу вам. Если вам также понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен.